14 июня мы последний файл получили, вроде как уже корректно, вроде как уже нормально, и начали работать с задолженностью. На сегодняшний день 12434 мы уже назначили. Есть, конечно, еще много вопросов, нюансов, но мы практически работаем, фактически чуть ли не круглосуточно. И пользуясь моментом, что здесь присутствуют средства массовой информации, телевидение, я хочу обратиться ко всем жителям города и сказать, что извещения, которые мы отправляли в течение 16, 17 и 18 июня, как прописано в постановлении Кабинета министров, после того, как отправили на поведомление, у человека есть возможность еще 2 месяца на решение всех этих вопросов. То есть, то ли погасить задолженность, то ли заключить договор реструктуризации. Естественно, после того, как все эти вопросы будут выяснены, Управление социальной защиты принимает копию договора реструктуризации и копию квитанции или справочку жилищно-коммунального предприятия о том, что наш заявитель задолженности не имеет. Так вот, по большому счету, 18 августа истекает срок Управления социальной защиты, когда мы можем возвратиться к маю месяца 2017 года. После этого мы сможем уже назначать субсидию человека только тогда, когда он к нам обратится. То есть 19 августа он к нам пришел, 19 августа мы ему тоже только назначим с августа месяца. То есть права возврата к маю у нас уже нет.